Всем большой привет! Сегодня готовлю очень нежное творожное печенье с абрикосом. Вместо абрикоса можно взять другие фрукты – яблоко, персик, а также курагу или чернослив. В миску кладу творог, к нему добавляю размягченное сливочное масло и разминаю вилкой до однородного состояния. Всыпаю половину муки, также добавляю разрыхлитель и все хорошо перемешиваю. Постепенно добавляю оставшуюся муку и замешиваю пластичное, мягкое тесто. Убираю тесто в холодильник на 10 минут. Для начинки из абрикосов удаляю косточки и нарезаю на небольшие кусочки. Охлажденное тесто раскатываю в пласт толщиной 3-4 мм. Вырезаю квадраты. Можно использовать обычный нож, фигурный или нож для пиццы. На каждый квадрат насыпаю по 1/3 чайной ложки сахара. На сахар кладу по 1 дольке абрикоса. Накрываю внахлёст двумя противоположными уголками теста. Советую хорошо защипывать края, чтобы они не открылись в процессе выпечки. Кладу на противень и отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю до готовности около 20 минут. Готовое печенье посыпаю сахарной пудрой. Печенье получается очень вкусным и нежным. С начинкой можно экспериментировать, каждый раз придавая печенью новый вкус и вид. Желаю вам удачной выпечки и до новых встреч!